PCP-винтовка Дубрава Лесник 4-й версии в комплекте с правильной пружиной, заправочным штуцером, инструкцией и сертификатом. Интернет-магазин «Попади в десятку». Модель выполнена в компоновке Bullpup и имеет деревянную ложу-ламинат. Тыльник приклада здесь рельефный, он и подщечник здесь также деревянные. Рукоять затвора биатлонного типа находится на правой стороне, а крепление для оптики металлическое, а пистолетная рукоять имеет цепкие насечки. Обработка дерева в этой модели позволяет служить ему долго, специальный лак защищает ложу от влаги, гниения и сколов. У винтовки удобное крепление так называемого антибздуна. В качестве предохранителя здесь традиционно используется кнопка в спусковом крючке, которая просто-напросто блокирует его ход. На нарезном стволе длиной 520 мм установлен саунд-модератор, а под ним находится ресивер с манометром и гнездом для заправки. Объем ресивера здесь 480 кубических сантиметров. Также у модели есть редуктор, который позволяет стрелять с равномерной скоростью и мощностью по мере расходования баллона. Длина модели 775 мм, а весит она 4 кг и 200 граммов. Винтовки Дубрава, как и любые другие в нашем магазине, продаются без лицензии любому совершеннолетнему гражданину. Калибр этой модели 7,62. Пули подаются через лоток одиночного заряжания. При желании у нас вы можете докупить магазин на 6 пуль. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.